Доброе утро всем, кто смотрит это видео. Сейчас мы находимся в Турции, поселок Гинюк, Кемир, я так понимаю, в отеле Crystal Prestige, бывший Амара. Как нас сюда занесло? А занесло просто нас в апреле у нас должен быть тур в Доминикану. Но из-за понятных причин у нас этот тур просто не состоялся. И вылета особо некуда было. Туров не было. Были только Эмираты, Турция и Египет. Египет мы сразу отмели. Эмираты мы были. В Турции тоже были, но решили все-таки в Турцию. Доброе утро. Решили все-таки в Турцию. В Анталии побывали, вот теперь решили по отзывам быть в Кемере. Взяли отель. Я считаю, что хороший отель. Мы прилетели вчера, но целый день мы отходили, потому что по международным законам заселяют в два. В два нас и заселили. Выжидали, не знаю, что, почему, номеров нету. Отель вроде бы в стопе. А вот, и мы сидели до двух. Никакющие заселились в отель, нам дали номер. Номер я, конечно же, покажу. А почему я это делаю? Потому что, когда этот отель мы выбрали, и было очень мало отзывов, просмотров, показов об этом отеле. Ну, вот сейчас тех, кто интересуется этим отелем, может все про него смотреть, потому что я до мельчайших деталей покажу и расскажу об этом отеле, потому что я говорю, что я не увидела того, что хотела бы видеть. Смотрите, какая красота. Вот горы, да, это аквапарк, красоты, прям красоты. Покажу, как на пляж добраться, какие здесь есть рестораны, если кого-то это интересует. Посмотрим с вами экскурсии, на какие возможно съездить. И буду высказывать лично свое мнение, нравится или не нравится. Ну уж, а кому я неприятна, я считаю уйти с моего канала, не смотреть и не слушать то, что я несу. Бред, может быть, какой-то. Таким любителям, ну, я не товарищ и считаю, не нужно быть на этом канале. Но тех, кого интересует этот отель, на любой вопрос я отвечу, расскажу и покажу. Сейчас я просто с утра вышла специально, пока тишина, пока народу нет, показать, маленько обзор сделать, вернее, по территории. Она, в принципе-то, небольшая. Я думала, она гораздо будет больше. Думаю, растеряюсь, потеряюсь. Нет, все здесь компактно, лаконично, все здесь хорошо. Вот этот вот мост, он ведет на морюшко. То есть, получается, отель стоит на второй линии. Ну, до моря дойти элементарно просто. Прогуляться. А еще и возит кара людей на море. Так что не устанете. Сейчас идем на завтрак. Вот пока территория такова. Немножко еще отеля. Всем доброго утра, хорошего настроения. Немножко приболела уж, извините. Летела сюда и с миниской со своей, с коленной, ну и с простудой. Но Турция меня вылечит однозначно. Идем на завтрак. Сильно показывать не буду. Завтрак, еда есть еда. Все это понятно, тем более пятерка. Голодными вы здесь не будете. А привереды пусть дома питаются. Оливки, оливки.
зеленая территория меня умиляет. Умиляет. Вот эта бегония обычная, которую мы разводим. Шикарнейшая, вообще шикарнейшая. Ну, идем на завтрак. А позже я еще буду показывать территорию. Ömrüm beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz, düşlerinden.